с улиц Ульяновска уберут 18 гаражей и шиномонтаж. Самовольно установленные объекты начнут демонтировать с 18 апреля. Первым в списке на снос – шиномонтаж на проспекте Ливанова. Аварийный ремонт дорог 3 апреля проводился на Сельдинском шоссе, улице Герасимова, в селах Боротаевка, Луговое и поселке Плодовом. Уборку обочин и вывоз снега выполняли на проспектах Ленинского комсомола, Ульяновском, Антонова, 9-м проезде Инженерном, улицах Варейкиса, Локомотивная, Хрустальная и Героев Свири. В Ульяновске сокращается число безработных. Количество нетрудоустроенных граждан составляет 1957 человек, что на 473 человека меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, на прошедшей общегородской ярмарке вакансий почти половина предложенных горожанам должностей с заработной платой более 20 тысяч рублей. По вопросам труда и занятости ульяновцы могут обращаться по телефону горячей линии 32 11 51.